И что ты там напечатала, Сальва? Скажи, что ты там напечатала. Что-то там печатает комментарий. Говорит, сначала напечатай, потом покажу. О. Что такое? Настолько эмоциональное видео, да? Или ты вспомнила, как ты была маленькая? Вдвоем смотрите. Ой-ой-ой, смотри, у тебя такой был нос. Большой, просто очень. Да. Не знаю. Давай тебе ближе покажу. Ну дай, включу тебе, да, конечно. Смотри. Видишь, какая ты была маленькая? Да. Что ты там напечатала? Ну давай мы отправим комментарий. Не знаю, что такое. Кды. Как ты напечатала? А, я неправильно читаю. Надо. Вот так надо, да? Правильно прочитала? Это у тебя другой язык, да? Ты моя красавица такая. Иди еще что-то напечатай, давай. Кады. Смотри, кто тут? Сальва. Кто тут такой маленький? Ки-ки-ки. Ты помнишь, смотри, у тебя маленькие такие крылышки были? Открыть тебе комментарий, чтобы ты написала? Да, вроде открыт. Можешь печатать. Давай. Чего я должна за тебя вести твой канал? Это твой канал, ты веди его. Печатай. Да, это ты маленькая. Ужас страшный, конечно. Я, да, как вспомню. Смотри, какая ты была психопатка. Смотри. Я думала, ты мальчик. Я даже не знала, что ты девочка. Смотри, кто это такой? Кто это такой маленький? Ричард, когда же не думай. Тоже хочет смотреть. Нельзя тебе смотреть. Тебе яйца высиживать, у тебя он там. И что-то смотрит там. Смотри. Смотри, как я как раз и смотрю боком. Нормально получилось видео, Сальва, или тебе не нравится? Или будем другое смотреть? А? Или я как-то тебя сняла неправильно? Давай я тебе другое включу. Смотри, тут ты с Терезой. Да. Светильничек твой любимый. Угу. Вот так. Да, твой светильничек. Давай тоже комментарий тут откроем, чтобы ты могла написать. Вот. Что такая некрасивая, что решила отойти от себя. Ну ты же уже выросла, смотри.
Смотри, какой птенчик был маленький. Что там? Все? На сегодня достаточно поработала? Да? Ты моя маленькая бусинка. И моя бусинка-малюсечка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.